Сегодня воскресенье, начало июня, уже не помню какое число. Сейчас где-то 6:40, минут 15, как я вышел в поход. Мы сегодня все уезжаем, и поэтому я решил в последний день сходить в походик небольшой на горочку. Вот сейчас иду вдоль реки. Красота. А там впереди горы. Вот такие дела. Во, река. Переходим по мосту. О, отлично. Считаю. Вон там водопад. А тут я. Тут еще река. Круто. Это вода для животных, для коров. Но оттуда течет альпийская чистая вода, можно умыться. Даже, наверное, можно пить. На той стороне уже вышло солнце. Поселок Заксетен, где мы провели 3 ночи. Ну что, 7:30, сейчас будет рассвет. Точно, красота. Мы на высоте 1516 метров. Тут дорожка расходится. Мне до конечного пути где-то еще 30 минут. Тут домик. Ну что, конечный был пункт. Тут есть флюгер, который показывает, что ветра нет фактически. Вот. И здесь открывается вид. Это город Интерлакен, который находится между двумя озерами. Тунзе и Бринзе. Тунзе где-то там, его не видно за горой. А Бринзе где-то там. Сейчас мы попробуем подойти к другому краю, посмотреть на него. Вот оно где. Так, главное тут не навернуться, потому что тут высота на самом деле, ого-го. Так. О, вот она. Красота какая. Вот. А здесь долина, которая ведет Лаутербрюнен, Венген, там горы, а там где-то Юнгфрау.
где-то я снимал эту реку прямо с берега. Обрыв здесь хороший. Идемте тут посмотрим. Ой. Вот тут скала. И все вниз. Лепота. Так. Вот. Это, я не уверен, что это Юнгфрау, но это на той же гряде. Ого. Тут весело. Обрывчик. Я поднялся чуть выше, сюда лучше видно. Это Интерлакен. Там еще какая-то деревня наверху. Вильдерсвиль, Интерлакен, Бёниген и Бринцерзе. Ну как вам видок отсюда? Бежечка небольшая. Хорошо. Ну что, я практически вернулся к деревне. Вот, решил подойти к водопадам. Здесь их два. А это все застывший лед. Грязи. Под ним течет река. И там дальше вытекает. Вон видно.